Всем привет, с вами Texas, и это хайлайты матча, гранд-финала между Virtus Pro Prodigy и Secret. Тан по эпилептику пошел, есть недалеко сейв, нужно спасать тиммейта, накрывают вроде как неплохо тут эпилептика, но убить не смогли, топоры по Заю накрывают уже в ответочку героев команды Secret, и Зай благополучно отправляется, а нет, стики есть, пока живет, и последний удар нужен от эпилептика. Топор войны прям в спину, это ФБ для команды Prodigy. Ну так, агрессивно вышел Пупей, запускается там по эпилептику, запускается еще и в F2ROR, но есть неплохой кинетик филд, немного стопает атаку Зай, но тем не менее ломает лицо Пупей, уже киллинг сплит для эпилептики, да еще и бьют Зай, есть глимс, вернули неплохо, и Зай тоже отправляется в таверну. Отлично, минус 2 героя у коллектива Secret, и 5-3 пока ведут Prodigy. Prodigy пока передвигаются вместе, перефарм тем временем за командой Secret, заход на хайграунд эпилептик. Так, Пупей занимает позицию, видит сейва, окей. Есть по нему, правда, еще и статик шторм, возможно, многовато, все-таки это пятерочка в Пупей, но да ладно, его взяли, мега убийство для эпилептика. Залетает хроносфера, вроде бы неплохая, ой, какой классный ультимейт от Ябзора, минус один. Уже есть герой команды Prodigy, но должны дальше убивать персонажа команды. Вроде же, правда, тролль неплохо раскасовывается, и это минус 3 героя у Secret. Казалось бы, все плохо у Prodigy, но РП решает проблемы. Такая смок-атака от парней из Virtus Pro. Prodigy, конечно же. А позиция под вышкой от коллектива Secret, потом бы видно. Ой, накрывает неплохим ультимейтом, но там есть блокинг бар. Зря кастуют кнопки Матубамена. Еще РП потратили, 2 ультимейта мимо улетает. По факту у команды Prodigy, да, есть подсейв по Диэму, Диэм пока поживет, избивают сейва, сейв отправляется в таверну. Юлф кастован по Вайду, но сейчас будет прыжок, прыжок пошел, тролль полетел в погоню за Ябзором, Ябзора он не шинкует, сетка работает, килл пошел небольшой, накрывает ультимейтом посмертным. Тут Ябзор выбивает Аегиса из команды Prodigy, байбек от Скайрес Мэджа пошел, Пупи загнали под базу, свап у него, если что, есть, возможно, будет как-то сейвить, точнее, не сейвить, а... Контр-инициировать, свапать под тиммейтов, стан залетает мимо, полетели дальше, парни из команды Secret, еще один свап, еще один стан, хватит эпилептика, убить его довольно-таки сложно, но, в принципе, возможно, Зай подъезжает, и вот, под Заем уже нормально, Дэвэш пошел, снимает весь резист, и это минус эпилептики, так еще и поймали Лила. А вот и снова Аегис для команды Prodigy. Но знаете, был матч, где Аегисы вообще никак не помогали командам. Это был матч Na'Vi VP. Окей, это про... Это мы видели уже. Накрывает Ябзора. Ябзор минус от Лагуны. Есть хроносфера. Накрывает двух героев. Кстати, довольно-таки неплохо. Уничтожают Лила. Пробивает Диэму. Диэма, если что. Есть РП. РП он кастовал, но маловато импакта было. Плюс был под свап от Пупея. Он спасал тиммейта как раз-таки. И опять же, вот Аегис, который ничего не дает команде Prodigy, хотя, возможно, они отыграются на байбеках, 3 байбека кастовано, шинкуют нишу, есть подсвап, эпилептик уже начинает бить Зая, Зая его не пробивает, отлетает Войд, и БКБшка заканчивается у эпилептик кида, немного залаганная БКБшка почему-то уже беге, ну да ладно, есть Шива, Пупей, видно, есть там по Диэму, Лил рядышком, ну и просто 4 героя избивают капитана Пупея. Но, тем не менее, файт, конечно, в плюс для команды Secret. Отцепили Диэма, уже пошли голуби в атаку, подъезжает Диэм, пытается хотя бы РП кастовать, но тут без шансов, его раскатили, его просто уничтожили, РП, правда, он потратил, возможно, зря, хотя он умирает без байбека, но ну, окей. Было и было, эпилептик залетает по Вайду, и хроносфера по двум героям команды Prodigy, очень классно находится или Матубамен, минус 2 готово. И сверху есть Лагуна, но Матуба переживает Лагуну и отступает на своем тайволке. Свап, подсвапали эпилептика, есть от него Эбисал Блейд по Пупе, начинает его шиковать, но есть Гост на подсейв, и просто кайтинг эпилептика пошел. Опять же Аегис, опять он потерян, да что ж такое, как-то Аегисы не работают у команд из СНГ. Эпилептика убьют дважды, естественно, ну и у Лины сыра нет, так что все потратили с Рошана. Ну, центра нет, есть, по крайней мере, 2 Т2 вышки. Ой, фуй, на каграунде просто вард живой. Еще и кор вард живой. РПшка по Матубамену подвезли. Нужно убивать, летает Войд, начинает избивать Матубамена. Но есть БКБшка, прыжок, все, он ушел. Он жив, а вот сейв не жив, Диэм не жив. Минус 2 героя у команды Prodigy. Поймали эпилептика, эпилептик Блэкинба прожимает. Есть у него батлтранс, но батлтранс его похоронит по факту. GPK почему-то стоит АФК, ну да ладно, отступает уже здесь. Накрывает его Войд, прыжок Юл. Это минус GPK, ну и ой, нам пишет GPK, Лил падает. Минус 4, все без байбеков. Сложно. Танцует Матумба, залетает на хайграунд к команде Prodigy. Ну, демонтирует очень быстро, демеджа хватает с лихвой. Сейв, пытается выйти в Глиммеркейпе. Пока ультимейт не кастует, Лины нет, байбека нет. Так, байбеки еще есть какие-то у команды Prodigy, это важно. Байбеков нет абсолютно, нет уже эпилептик кида. Ну и все, это good game well play. Первая карта за командой Secret, но
если быть справедливым, то в принципе были неплохие мувы и действия от команды Prodigy, но как-то не получилось у них грамотно реализовать пару Аегисов. Сбивают и обзора, пока его бьют дистанционно через сейва. Еще есть ТП-шка от Лила, накрывают неплохо Клакверка и не заряжают Тарлил, ну да ладно. Без Shadow Realm'а его убивают и ФБ для Эпилептик Кида. Купей пытается уйти от Эпилептика, есть от него Фростбайт, есть Кристал Нова, но этого слишком мало, чтобы пережить эту атаку, хотя нет, секундочку, есть подсейв от Ниши, есть Life Drain, уничтожают Купей, но также уничтожают и Эпилептика, при этом на топе поймали сейва в Коги, но слишком много героев рядышком у команды Secret, так что точно сейв умирает, и это суммарно 2 в 1 по карте в плюс для Team Secret. Подпуш от команды Prodigy на верхней линии, но есть уже подсев телепорты от секретных. Такова Диема, есть еще и Глобал. Диема, как же быстро его сосут, это минус. По Марсу копье залетает, пригвозил, кстати, Нишу, ну хотя бы так. Возможно, это поможет выжить как раз Эпилептику, но правда за ним Ябзор выезжает в погоню. Благо у него нет хукшота, Ябзор на МС, пытается догнать. Рядышком Вайпер, есть еще и Брабл Мэс от Лила, но нет, падает Эпилептик, его уничтожает Ниша. Все же копье не спасло этого парня. GPK тоже минус. Как же быстро они разваливают. Да боже ты мой, подпугной под Макшиным Декрепифаем. Просто герои улетучиваются. Смог вылазка от коллектива Secret. Снова пытаются подпушить тавер на верхней линии Virtus Pro Prodigy. Есть кушот, летает в сейва. Еще и закрывают Коги Дема. Очень классно для команды Secret. Дем уничтожен, так как даже копье он не успел закинуть. И не сбивают ТП-шку GPK, но зато уничтожают Лила. Даблкью для обзора и еще один фраг плюс для Ниши. Эйгис забирает Team Secret. Ну, а Эйгис это круто, Эйгис поможет им подпушить дальше. При этом у нас медведь даже не перемещается к команде. А тут задетектили сейва, сейв минус. Еще и поймали Дема. Дем пока в когах отдыхает, есть чем сбить ТП-шку. Ну и Дем тут тоже, конечно же, умрет. Уйти у него шансов абсолютно нет. Даблкью для Ниши. Ну, а в центре упала вышка. Нормально так. При этом у нас еще и видно Эпилептика. Он снизу пытается уйти, есть трансфера на то, чтобы уйти от цемочки. Но как уйти от Ниши, непонятно. Есть глобал, Эпилептик пытается обонтить в лесах. ТП-шка у него есть, ТП пока он не кастует. Есть чем сбивать ТП-шку. И Эпилептик прыжок в лес, его не видно. И хукшот. Не, в кулдауне. Фух, выжил. Арену Марс уже потратил и продолжается погоня от коллектива Secret. Есть Юл по Марс, подцепили. Команда пока никак не сейвит, просто продана, как говорится. Last Word, еще один Крипифай, хукшот, ой, куда хукшот, Ябзора, ну, ошибается Ябзор, въезжает в спину Зая, ну да ладно, не так страшно. Закрывается на базе Virtus Pro, но не все успели добежать, падает еще и сейв, прям под базой, минус два героя уже от коллектива Secret, ну и, конечно же, они будут ломать нижнюю линию. Попытка командно выйти со своей базы от Prodigy, правда, Ябзор все просветил, есть врыв с хукшота прямо в лицо, почему-то ВП даже не стопались после того, как их задетектили. Есть лавдрейм по Эпилептику, залетает медведь Матумамена, выгрызают Эпилептика, есть пока ЕУ, арена от Марс, хотя неплохая, пригласили Нишу, Нишу бьют, и Нишу могут взять, и наконец-то убивают эту пугну, выбивает стрик из 4 фрагов, правда, падает размен сейв, разваливает Диема, ну, пока 2 в 1 вроде как, ну, по крайней мере, смогли убить пугну. Ой, пока GPK отдыхает в таверне, пытается без него подефать базу, байбека у него нет, но благо таймер не такой огромный остается до возрождения, конечно же. Вышка падает слишком быстро, демолиш работает исправно, Дием, ну, хотел залетать, не успел залететь, его поймали на фростбайт, есть еще и Савижерор от Мишанин, такой Дема, хукшот в спину и просто не отпускает бедного Марса, копье он даже не вкастует, есть Новый год от Crystal Maiden, минус по сейву, байбеки кастуются от команды Prodigy, Пупейк кастует ТП-шку прямо с базы, из базы, ему сбить ТП-шку нечем, лол, серьезно, вот так выживает пятерочка, есть арена от Марс, накрывает обзор, обзор пригвоздили, должны убивать Клакверка, сейвить Клока тут вроде как нечем, да, это минус, окей, дальше попытка догнать еще и Зая, прыгает дальше Эпилептик, но Мишаня готов спасать тиммейта, правда, Мишаня поймали на АТОС, бласт в лицо по GPK, копье по Зая, Зая пригвоздили, да ладно, лол, попали, прям в лес, прям туман войны. Ой, как-то Пупе загулял без команды, его сканируют. Ну, учитывая то, что верхнюю линию пушируют почти все герои команды Secret, сейчас все гонятся за одним лишь Пупеем, хотя рядышком еще и обзор. И обзор, ну, планировал спасать капитана, но, видимо, капитан говорит, нет, оставь меня здесь, я лучше умру. В это время просто рассыпается база, есть хукшот, стопает краски под сейф базы и обзор. Есть Незервард от Пугны, чтобы отзонить коллектив Virtus Pro Prodigy. Ну и ВП как-то разрознено пока
перемещаются, два героя вне базы, догон в лицо по сейву, сейв просто уничтожен на пару, в принципе, с GPK. Сейв, да, тоже минус. Минус 2, все без байбека, ну, точнее все, а те, кто умер без байбека, хотя нет, байбек есть лишь у Лила. Окей, хотел сказать, все и были. Ну да ладно, рассыпается база, сейчас будут мегагрипы, мегагрипов дефать, в принципе, и нечем здесь, пожалуй. Арена от Диема, есть глобал сразу же, чтобы стопнуть, чтобы не было копья. Копья в целом и не будет, потому что нет маны, отступает GPK в Легендбаре. Ну, такой вот террорайз небольшой. Ой, хрона по своим, это пацаны, как бы, по сути, в хроне. ГГ. 2-0 пока для команды Secret. И еще одна карта, и очередной гранд-финал будет со счетом 3-0. Я напомню, что подряд сейчас 7 турниров за командой Secret. И по картам, наверное, уже 20-0 по гранд-финалам. А нет, больше даже уже. Уже, наверное, 23. Ой, далековато зашли парни из Prodigy. Уже Диема отзонили. Просто все его окружили, все его избивают. И еще и перчиком помазали. Дай пятюню. Не даст пятюню. Зай забирает ФБ. Как же сильно проиграли линии парни из команды Prodigy. 8к перефарма за 14 минут. Ну... отыграться будет крайне сложно, взять Матну Бамену в замес, палка по GPK, нахватывает там еще и Бладрай, там Хокшот, как же идеально прожимают кнопки секретные парни. Минус один, минус два, да, умирает Пупей, но это не важно. Хотя это как бы третий фраг для команды Prodigy, что приятно, падает Дем, ну и сейв, его там даже не бьют, там Зай уже ровно с него, заряжает палочку себе полностью, ниша, да, вот так вот. Рудное ускорение для Диема, ну... не факт, что она поможет, Лил залетает, есть эру, накрывает Ябзора, но там в целом-то был подсейв, чтобы не было эрва в нишу. Поймали сейва, сейв ловит еще и хукшот, конечно же умирает, есть прокас от Кунки, залетает туда в замес Мирана, запускает свой двойной старфол, рассыпается. Уже сейв, есть лечение от Чена, минус, также готов быть Дем, накрывает палка еще и эпилептика, у эпилептика шансов уйти, ну, уже не остается. И это минус 3 от команды Secret очередные, и перефарм уже почти 15 тысяч, до 20-й. Ой-ой-ой, линии в центре уже нет, верхняя линия рассыпается, Матумба Мэн, ну, очень быстро все это дело сносит, ну, как ни крути, это Луна, которая... под глейбами, ну, всегда ломала быстро базу. Есть прокас от Кунки, накрывает героев команды Secret. Дэмэджа не хватает, слишком много перефарма. Такое пробитие уже фактически невозможно. Окей, Дарквифт на базу, улетаем, парни, на фонтан. Минус два героя. Ну, а что делать? Ну, разве что так. Окей, какая-то вылазка от команды Prodigy. Возможно, какой-то последний файт. Я даже боюсь открывать прогноз камбэка. От Dota Plus эпилептик очень медленно подходит, дает удар, никого не убивает. Есть лечение, Рептура пошла на фонтан. Загоняют Prodigy, палка по эпилептику. ГГ они не пишут. Ну, решили играть до конца. Минус Аегис тем временем у команды Secret падает. Последняя. То есть перевышка, есть рассказ. От Луны уничтожают сейва. Ну, недалеко с фонтана выходят парни из команды Prodigy. Минус по вышечке. Ну и трон. Трон горит. Была и хата. Юл, окей, по Ябзор попали. Может быть, пятый фраг для команды будет Prodigy. Или не будет. Не, не пробили Ябзора. Ну все, это нечестно. Так нечестно, пишет сейв. Ну согласен, так нечестно. Ну что, с победой команду Secret еще один турнир в кармане. Ну и да, в плане статистики это 8-й подряд сухой гранд-финал для команды Secret. То бишь, как они начали с первого сезона Пушка Лиги брать 3-0, так и продолжают. А первый сезон Пушка Лиги завершился в конце мая. Давненько они не лузали гранд-финалы. Как их стопать, непонятно. Кем их стопать, непонятно. Возможно, Китай справится, но до матчей между Европой и Китаем, наверное, еще далеко. Кто знает. Ну, пиши свои варианты. Там, может, какие-то есть у тебя команды такие секретные, которые могут прям секретных сломать. А, да, по поводу винстрика 24-0 у команды Secret. Ну, почти как фрагов в этом матче, на этой карте. Ладно, жми палец вверх, подписку, колокольчик. На этом все, турнир закончился. Чемпионы... Dota Pit. Это Team Secret. У нас, в принципе, ESL стартует скоро, там призовы побольше. Но, как бы, команды-то те же. Ладно, посмотрим, что будет дальше. С вами был Texas. Пока.